Поехали. And no, we'll never grow old together. Cause you'll never grow old to me. Pink in my cheeks and I'm scared. Cause that means I'm a little bit soft. But don't beat yourself up, Bonnie. It wasn't at the sun that I was hiding from. Где-то просрала резинку. Сука. I'm very excited. Немножко я еще... Мне страшно, потому что у меня дома нет весов, и я не смогла взвесить свою ручную кладь, и она должна быть меньше 10 килограмм. Я не знаю, сколько она весит. Я знаю, думаю, что она меньше 10 килограмм, но так как у меня последнюю секунду обычно всегда тревожность накрывает в последние минуты, то вот она уже, кажется, начинается. Но я думаю, что там все нормально, если что, я что-нибудь выкину. Я надеюсь. With the pink in my cheeks and I'm scared cause that means I'm a little bit soft. But don't beat yourself up, Bonnie. It wasn't just the sun that I was hiding from. Я так и думала, вот что я переживала, ну что круто. Да, поехала, да, поехала. And I'm still scared that I'm not good enough. I always felt like I'm А, так мы же еще не кормили их, да, Катя? Ну что, их не кормили? Мы же дома не заезжаем. А, с тех пор, как ты уехала, ни разу. Ну ты вообще мать-то уважай. Ты мое солнышко, ты мой умница. А, вот такая банка. Да. Неудобно нести, потому что... Да молодец! Балованный котик. Балованный котик. Лапа, лапа. Разве
быть таким миленьким. Какая пузика. Море. Игра. Ой, мама. Он что-то ест. Грязь какая-то. Клеенка какая-то. Ну, Лори, ну, блин. Ты дурак. Дурачок. А? 100%. Стоит. Ждет меня. Это может быть за 2 месяца. Когда поступил в СКФУ. Что, сегодня ты ни разу не покупала? Где-то не пила вообще. В завязке. Что, она ждала нас, не понимаешь? Развязалась. Подожди, давай. Голубое? Да. Чё? Реально голубой. О, как будто этот, как его... Антифриз. Не замерзай. О, господи, а сзади там драка. Шанти нет. Шанти. Лори. Лори нет. Лори нет. Мать идет разбираться. Неплохо нет. Успокойся. Чего ты машешь башкой своей? Не успокойся. Что для него брать, не понимаю. Блогерша, блин. Такое. Я думаю, у них есть. О, господи, он в темноте светится. Саня, его глаза, да. Саня, это кошт. Мой брат, заложник страсти. Я ищу... Памятное видео. Воссоединение. Давайте сердечко сделаем. Сейчас. Подождите. Так делала. Да, а мы с Полиной типа вот такие. Подождите. Дружба не ждет. Ты и так мятый рубашки. Я не помню уже, как мы делаем. Воссоединение. Аня, подождите, надо было так сделать. Удаляем. Удаляем всех из близких друзей. Потому что вставляем историю с нами, да? 4 месяца, я не могла нигде это найти. О, девочки. Богдану, Богдану надо это видеть? Нет. Пускай видит. И завидует. И завидует молча. А могла с ним взять до походки? Это могли бы быть мы с тобой. Но ты не зовешь меня гулять. И не покупаешь. Ты не пьешь энергетики, да, ты за ЗОЖ. Да, я это сняла. Я же присылала вам тикток, да? Нет, ты мне прислала только. Нет, я вам обоим. Я просто я не нашла, да, в тиктоке, как создать группу. Подожди. Правильно смелочила. Вот почему с этой стороны дырка? Так можно было бы эстетично выпить, а так? Все, минус лиза только что была. Вы поняли, да, я звезды так умею рисовать. Ага, да? Это сатанистская звезда. Теперь да. Пойдет свеч. А нужна пятая? Ну типа вокруг. А я думала, их 6 должно быть. Этой, да, больше похоже на купола. Серьезно? Ну а с Питера приехала. Питера много.
Все верно. Церковь. Ты здесь. А мне с деревьями нравится. Давай. Ну или не попадешь. Вот. Для этого мне второй энергетик нужен был. У тебя будет еще одна попытка. Посмотрите, какой свет красивый, обалдеть. Ой, я же в СМИ записалась. Записалась. Смотри, как монашка часто смотрит. Я говорю, пришла молиться. Блин, нельзя такие шутки. Что, нельзя же тебе шутки, что ты пришла молиться? Почему все? Не знаю, типа я хожу в церковь, и там такая, ой, я шутим про Бога. Здравствуйте, батюшка, хочу исповедаться, я шучу про Бога. Да. Коробки? Где там? Ну, коробок нет, но у нас тоже можно. Ты просто подходишь и просто шепчешь на ушко человеку. Вот такая сомнительность. У кого-то сломался замок. Да мы давно это заметили вообще-то здесь. Да? Да. Давай. Давай называется ёбнутый. Давай, раз, два, три. Бля. Учитывая, что вторая банка у тебя ногу чуть не проткнула. Ну как проткнула? Я просто ударилась. Я говорю... Дяди? А может дядя процветающий? Или ферма процветающая? Я думаю, что ферма, а почему дядя? Потому что это specifying или classifying? А что вам первая любовь не понравилась? Мне кажется, нормально звучит. Ну, первая возлюбленная, может быть. The next paragraph or the next part is commentary. Варя, will you please read and translate it? Truly. Commentary. Incidents such as Fanny's pregnancy and pitiful death and Baldwin's act of murderous violence convey Hardy's growing taste for tragedy. But unlike Tess in the later Tess of the Dubervilles, fate still favors Bathsheba. I'm supposed to translate it, right? Yes, please. Okay. Reading was more fun. Поэтому ты пошла на переводчика, Варь. Да. Нет, здесь тяжело будет переводить. Это литературный текст, который сходу переводу дается, конечно же, тяжелее. Но мы попробуем с вами. Ну а в руку кто? Кто так кидает вообще? Как подаешь? Thank you.
Говори. Пойдем, я тебе еще один куплю. Ты не расстраивалась. По химии. Ну ладно, поплакали, покакали. Теперь снова. Опять на позитиве, блядь.